Привет, это Днепропетровск. Этого не было в СССР, но в избытке было на Западе. Вы подумали о сухой колбасе и джинсах? Нет. Как раз то, чего у нас не было, было причиной нашей гордости. А сейчас это у нас тоже есть в избытке. С дубулы, без комментариев. Смотрите. Уверен, что среди тех, которые смотрят это видео, наверняка найдутся скептики, которые скажут: это он специально подсиживал, ожидал, сидел в засаде, чтобы снять вот это вот видео. Скажу сразу таким скептикам: нет, ничего специально я не планировал, нигде в засаде я не сидел. И никого специально я не поджидал. Просто это явление настолько уже распространилось у нас, что, как говорится, даже ничего специально и планировать не надо. Ну, я думаю, что каждый из вас, который смотрит это видео, хоть один раз в своей жизни, вот, недавно, но наблюдал такое явление, то, которое происходит в некогда процветающей, действительно процветающей Украине. Если вы просмотрели этот ролик, не надо ставить ему лайк. Лучше напишите свои комментарии, выразите свое мнение, то, что вы думаете об этом явлении. До новых встреч! Я Виталий.